Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем наш концерт. Просьба отключить мобильные телефоны или перевести их в режим без звука. Также напоминаем вам, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нахождение во всех залах филармонии возможно лишь при наличии защитной маски. На сцене Академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Рихард Вагнер. Вступление и антракт к третьему действию к опере «Лоенгрин». Дирижер, народный артист России, лауреат государственной премии Юрий Кочнев.
Рихард Вагнер. Путешествие Зигфрида по Рейну из оперы «Гибель богов». Thank you.
Thank you.
Рихард Вагнер, увертюра к опере «Тангейзер».
Thank you.
Закончилось первое отделение. Антракт.
На сцене академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Петр Ильич Чайковский. Сцены из оперы «Пиковая дама». Дирижер, народный артист России, лауреат государственной премии Юрий Кочнев. Петр Ильич Чайковский. Увертюра к опере «Пиковая дама». Это уже прозвучало. Как вы понимаете.
поскольку они могут и не объявить, то объявлю я. Сейчас идет ария из второго действия оперы «Пиковая дама». Сейчас мы пригласим сюда нашу солистку. Вот она будет появляться. Thank you.
ария Лизы из третьего действия оперы «Пиковая дама». Это правильно сказано. Thank you.
Петр Ильич Чайковский. Сюита из балета «Щелкунчик». Увертюра, марш, танец «Феи Драже», русский танец, китайский танец, вальс цветов, па-де-де. Thank you.
Thank you.